Но работать она будет с Кулыгиным. Это еще почему? Да потому что ваши семейные подряды у меня вот где уже. Тартакова с Кулыгиным, ты с Поляковой. А ты с Рыковым. Ой, я это вслух сказал. Просто продолжил логическую цепочку. А что, не так? Не так. Я не смешиваю личные отношения с рабочими.